но они никуда не могут прийти, ни на какой стадион, не посмотреть никакой матч. Все можно смотреть только в виртуальной реальности. Ну, следим сейчас за заменами. Ясно, что это просто форма денежной поддержки своего клуба. В это сложно. Находит возможность какую-то копеечку потратить на то, чтобы помочь своему клубу. Тем более, что... Последний раз любители каждой стадии турнира. Сейчас какую интересную атаку затевает на своем фланге правый защитник Реми Буанали. Прошел до самой штрафной площади соперника. Не вмешивается, правда, здесь Жером Бризар. Не считает, что было нарушение ни с той, ни с другой стороны. Хотя вроде бы пострадал и вратарь Реми. И до сих пор там лежит. Стадия усталости. Команда уже с трудом ведет борьбу в центре поля за мяч. И сосредоточилась на том, чтобы... Команда полуфиналист Кубка Франции, она в ожидании своей...